Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Обещала я вам уже несколько дней Днепр. Не спешила, потому что работал тот расклад, который делали еще перед отъездом из Черногории. Все работало, да, сбылось, и как бы не было необходимости. Сегодня я решила такие сделаем. Давайте посмотрим. Поехали. Днепр. Тебя ждет Днепр. Звезда. Башня перевернутая. Туз жезлов. Девятка жезлов. Рыцарь жезлов. И рыцарь мечей. Вы знаете, я думаю, мы услышим о провале какой-то подготовки. Возможно, провали какой-то группы, типа наводчиков, да, какой-то террористической. Башня переворачивается, готовилась. Какое-то событие с разрушениями. Ну, что-то такое, да, понимаете, какие-то. Или прилеты какие-то там по целям, либо что-то такое, да, готовилось. Но башня перевернулась. По звезде мы скоро узнаем об этом. Узнаем о чем? О том, что перевернулась башня, перевернулись планы на разрушение. Благодаря активной работе. И будет какое-то активное военное движение, рыцаря мечевого, которое приведет к уменьшению страха и к императрице, по сути, да, к укреплению, к плодородию, к здоровью, к целостности, и уменьшится количество страха благодаря этому активному движению мечевого рыцаря. Какая-то движуха какая-то, понимаете, какая-то активность будет. Ну, про рыцаря мечевого это как бы более засекречено. Ну, что-то такое, какое-то движение. Может быть, это, знаете, какая-то акция СБУ, она скорее засекреченная. А вот о том, что какое-то разрушение будет предотвращено, вот об этом мы узнаем по звезде. Об этом сообщат. Я бы так сказала. Предатели, подлые предатели какие-то, да. Днепр, будут ли прилеты? Что касается воды, моста, набережной, все, что Днепр и возле Днепра, вот все, что касается этой области,
Я думаю, следует опасаться все-таки. Следует опасаться. Какие-то могут быть неожиданные, там, неожиданные какие-то изменения. Удар может быть. Может быть, удар какой-нибудь по тому, что касается воды, переправы, водной техники, мосты. Вот это что-то, да. Нужно быть осторожным. Да. Ну, тут как бы я бы Днепру не расслаблялась на месте Днепра, да? Нужно быть начеку. Сейчас пока вроде как тишина, немножко не до Днепра, но я бы все-таки была очень осторожна, особенно с тем, что касается воды, мостов, вот это все туда, все, что рядом. Все-таки расслабляться рано, Днепр осторожно. А о том, что разоблачили каких-то очередных шайку-лейку какую-то, мы услышим, скорее всего. О том, что предотвратили что-то, я думаю, мы услышим. Скорее всего, да. Но удар может быть. Удар может быть. Да. Ну что, Днепр, осторожно. Осторожно, не теряем внимательности, не теряем осторожности. Все на чеку. Движение по мосту очень аккуратное. Ну, легко сказать, да, понимаете, по мостам. Все мосты. Я бы сказала, все мосты должны быть под особым вниманием. Ну, что тут скажешь? Будет что-то страшное. Ну, на что-то страшное, как говорится, у нас есть мастер. У нас есть мастер. Угу. Паузе. Не скоро. Ну, что-то может быть, мои хорошие. Что-то может быть. Но я как бы считаю, для паники нет никаких оснований. Осторожность проявляем. Днепр как стоял, так и будет стоять. При любом раскладе, при любом. Ну, какая-то история, какую-то историю мы услышим. О предотвращении чего-то, скорее всего, вот так. О предотвращении чего-то. Ну, а удар, вероятно, может быть. Что-то связано с водой. Дай Бог просто в реку. Дай Бог просто в реку. Как вариант. Рыбу поглушат нам, придурки. Ну вот так, мои хорошие. Так. Ну, видите, спрашиваю, ну, нужно ли людям бояться двойка жезлов? Но тут скорее быть осторожными, потому что двойка жезлов – это выбор, осторожность, внимательность, я бы сказала. Внимательно, видите, человек внимательно рассматривает глобус, дороги, свои пути. Внимательно рассматривает, смотрит вперед, смотрит под ноги. Тут, скорее, видите, не нужно бояться, но нужно быть внимательными. Ну вот так, что я могу еще сказать, что-то такое. И я думаю, это не лучшая идея сейчас пытаться ходить на какие-то пляжи, что-то такое. Мало того, что вода вся наверняка цветет, я уверена в этом, по погоде.
так еще и будет небезопасно возле воды. Поберегите себя. Спокойной всем ночи.